Вот столько яиц наели за зиму куриных. Вот скорлупа от них. Надо будет все это дело перетолочь. Сейчас так сделаю. Половину ведра заполню, перетолку, сверху залью водой, чтобы минеральные вещества там как-то вырабатывались. Потом этой водичкой поливать можно. А остатки перетолку и разбросаю на грядки. Получилась вот такая консистенция перемолотых яиц. Сейчас заливаем водой, оставляем на пару дней. Она настоится, и можно этой водичкой поливать уже помидоры или огурцы, у кого что растет, подкармливать. Процедуру можно несколько раз выполнять по мере исчезания воды. То есть в эти же яйца добавлять новую. И так несколько раз можно. Можно в больших все объемах сделать. Но это яиц много надо. Те оставшиеся яйца, которые не перемолотые остались, мы их просто на грядку раскидаем. Вот такая пенная подкормка получилась. Ну, остатки яиц мы высыпем на грядку. Здесь у меня будут огурцы. Вот. А той настоянной воды буду поливать рассаду. Ну, вот так примерно выглядит все это дело. Летом будем яйца есть, что будет оставаться, также на грядке кидать будем. Вот здесь с прошлого года яичная скорлупа осталась еще. Вот что за ней случилось за год. Ну, собственно, ничего на вид-то и не произошло. Видимо, разлагаться долго будет. Это прошлогодняя. Это новогодняя.